Есть две очень приятные новости. Мы от души поздравляем Лукашенко Александра Григорьевича, который блестяще выступил на выборах. И братская, милая, трудолюбивая Беларусь еще раз доказала, что она идет верным курсом, что ее возглавляет талантливый человек, что граждане Беларуси дружно пришли на выборы и голосовали прежде всего за социально-экономический курс, который проводит Лукашенко все последние годы. Я в это время находился в Белоруссии, объехал и выступил, встретился с трудящими всех крупнейших заводов, будь то Минский легендарный автомобильный, который сегодня производит 500 модификаций различных типов машин, освоил Евро-6, и МАЗ, который соответствует этим стандартам, скорее похож не на автомобиль, а на космический корабль. Блестящие изделия. И нам надо думать, как и дальше умножать нашу кооперацию, производя такую уникальную технику. Были на тракторном. Сегодня тракторный белорусский производит более 40 тысяч тракторов всех типов. Вот от такого ползунка, который чистит тротуары и работает на приусадебных участках, до могучих тракторов, которые могут обрабатывать любые контуры полей. Этот завод поставляет свою продукцию в 72 страны мира. К слову сказать, наши 4 завода тракторные произведут в этом году меньше, похоже, 5000 тракторов. Один минский 40 с лишним тысяч, и он половину тракторов поставляет на наши рынки и во многие страны мира. Так что там есть чему учиться. Если вы посмотрите на ту продукцию, которую экспортирует Белоруссия к нам, то это более 20% высокотехнологичной продукции. Современная Россия продает такой продукции только около 1,5% на мировые рынки. Более того, Белоруссия показывает пример, как надо развивать и приумножать возможности сельского хозяйства. Они не порушили коллективные хозяйства, добавили туда фермерские, крестьянские подворья. Они в этом году увеличили в связи с импортозамещением на наш рынок поставки только молока более чем на 1 000 000 тонн. Их продукция отличается высочайшим качеством и пользуется огромным спросом у наших граждан. Я считаю, что белорусы заслуживают особого внимания и в плане обобщения их уникального опыта. Мы подготовили несколько фильмов о работе народных предприятий и коллективных хозяйств Беларуси, о их сельском хозяйстве, о машиностроительном комплексе, о проблемах, которые они умно и грамотно решают в коммунальном хозяйстве, о тех затратах, которые граждане несут. В Беларуси, как недавно сказал Игорь Шувалов, это, на мой взгляд, самый главный либерал в российском парламенте вместе с правительстве вместе с Улюкаевым, в Беларуси нет бедных, все живут достойно, хотя и нет богатых. Да, в Беларуси нет олигархов, в Беларуси нет организованной преступности, в Беларуси нет расцвета наркомании. В Беларуси вы можете по любому населенному пункту, начиная с столицы, спокойно ходить и вечером, и днем. Вы не будете спотыкаться попрошаек. Вас не будут унижать пьяные и наркоманы. Вы увидите здоровое лицо умной, образованной, современной республики, где не случайно абсолютно так дружно пришли на выборы и дружно проголосовали за тот курс, который проводит Александр Григорьевич Лукашенко. Давайте его все поздравим, поблагодарим. Это самый главный наш стратегический союзник и союзник, который достоин подражания. Еще хочу подчеркнуть одну очень важную деталь. За последние годы в Беларуси очень плотно занимаются патриотическим воспитанием. И это сказывается на всем. Высокоорганизованная и боеспособная армия, от которой никто не косит, а стоят в очереди для того, чтобы туда попасть. Великолепный музей Великой Отечественной войны, проходя через который вы ощущаете, что прошли через все поля сражений, где не забыли никого и ни одного. Братская Белоруссия потеряла каждого 3-4 года войны, но не озлобилась, все восстановила, воссоздала. И воссоздала уникальные памятники, посвященные своим героическим предкам. Они сейчас построили удивительный храм. Отец Федор, который нам показывал этот храм,
говорит, мы продолжаем те традиции, которые есть в России в храме Христа Спасителя. Мы вспомнили всех святых в земле белорусской, просиявших, всех, кто отдал свои жизни, сражаясь во все века на различных полях. Мы не предали памяти ни одного человека, но вместе с тем никого не оскорбляем, возвеличивая свой народ как народ-победитель. Я встречался и с министром внутренних дел, беседовал с их руководителями, которые обеспечивают безопасность, и спросил, не повторятся ли некоторые страницы вандализма, которые в прошлый раз пытались организовать так называемые оранжевые. Они прямо сказали, ситуация здоровая, правда, из Украины пытались эти угорелые, сумасшедшие нацисты-бандеровцы, которые власть захватили, экспортировать туда свои кадры, но службы безопасности на границе профилактировали, около 200 человек отобрали оружие, биты, снаряжение, которым они лупили всех подряд, не только на Донбассе, но и у себя в столице. После этого волна спала, и все успокоились. Пытались и нацисты из Прибалтики вторгнуться, в том числе и некоторые из Польши. Короче говоря, и служба безопасности работает корректно, культурно. Что касается проведения выборов, там было около 1000 наблюдателей со всего света, и все были в восторге от того, что не видели. Люди стояли в очереди для того, чтобы проголосовать. Никто ни от кого не отгораживался. Журналисты и наблюдатели вместе сидели и считали каждую бюллетень, показывали. И каждый, кто захотел взять протоколы. Ни одного протеста, нет оранжевых, нет правозащитников Европы, не было. Все вдруг увидели подлинное лицо народной демократии, где есть сильная власть и уважение к человеку труда. Я это сопоставил с теми выборами, которые недавно видел и в Иркутской области, и здесь вот в Подмосковье, и в центральных регионах России, не говоря уже о Мариэл и так далее. Нам бы надо было и здесь подаимствовать пример. Если верный социально-экономический курс, если думают о человеке труда, если заботятся о женщинах, детях и стариках, если реально опираются на чувство патриотизма и гордости за свою историю, то не надо мухлевать на выборах, не надо гнать толпой людей, не надо заставлять чиновников досрочно голосовать, не надо унижать людей таким циничным подсчетом, который мы видели в Нижегородской области на этих выборах. Мне думается, складывая потенциалы в это суровое время, в рамках Евразийского союза, прежде всего с братской Белоруссией, мы можем, дополняя друг друга, уверенно смотреть в будущее. Поэтому очень хотелось бы, чтобы предстоящая сложная выборная кампания, которая будет проходить в Государственную Думу, а она проходит на выборах финансово-экономического кризиса и углубления этого кризиса. Я вчера посмотрел, вернувшись из Беларуси, все основные показатели, которую утвердило нынешнее российское правительство, они не только не радуют, они глубоко огорчают, потому что там нет принципиального вывода из сложившейся ситуации, нет вывода из внешнеполитической обстановки, из санкций. Говорят о санкциях в сельском хозяйстве. Ну а если посмотреть, ни копейки не прибавили по отношению к предыдущему году. Как было меньше 1,5% расходной части бюджета, так и осталось. Говорят о машиностроении, но начинают сужать рамки закупки блестящей техники из Белоруссии. А тогда производите свою, но и белорусская техника, на мой взгляд, это реально своя, если мы в союзном государстве, и надо максимально все сделать для того, чтобы блестящие работающие конвейеры минских и белорусских заводов работали на полную катушку, имели полную загрузку и обеспечили нас прекрасными самосвалами, великолепными карьерными БелАЗами. А каждый третий крупный БелАЗ в мире производится на белорусских предприятиях. Чудными машинами, которые в состоянии работать в любом хозяйстве, великолепными тракторами. И еще и прекрасной сельскохозяйственной продукции. Мне думается, прошедшие выборы в России и в Белоруссии еще раз показали и доказали, лишь вместе, складывая потенциалы, мы можем быть конкурентоспособны в этом мире, уверенно защищать свои интересы
как внутри страны, так и вовне.